В документальном фильме «Место силы» суворовец Ярослав Могильников исполнил одну из главных ролей. Внешность оказалась подходящая, смеется мальчишка. Фильм юных курсантов Суворовского училища рассказывает о тех временах, когда на месте Уссурийска была империя Джурджений. Работа ребят стала лауреатом 10-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая Ларга», который прошел во Владивостоке. Да, я считаю, что мы достойно выступили. И скажу сразу то, что там и были продукты наравне с нашими, и судьи честно оценивали. В фестивале «Веселая Ларга» уссурийские суворовцы участвовали уже четвертый год. Без призов не возвращались. Но именно этот раз стал самым урожайным на награды. Работы юных корреспондентов стали победителями аж в 4 номинациях – кинопрограмма, тележурнал, документальное кино. Кинолента «Мистерия Фатум» заняла 2-е место в номинации «Самый веселый фильм». «Фатум» оказался более локальным фильмом, то есть там задействовало только наше училище и квартира одной из сотрудниц нашего училища. Больше, мне кажется, самым сложным было в съемках обоих этих фильмов – это игра актеров. Раскрепощаться перед камерой парням помогал руководитель телестудии Суворовского Константин Маринец. Говорит, самое главное – подходить к этому процессу с юмором. Легче всего приходилось тем актерам, которые играли сами себя, военных. А вот помочь перевоплотиться в Джурдженя можно только с помощью шуток. Мы мазались в грязи, там, смеялись, веселились, а потом вся эта энергия выходила, и когда страх проходит, можно нормально играть. Побеждать на «Веселой Ларге», считает Константин Маринец, помогает и некоторая загадочность суворовцев. Ведь училище – закрытая территория. Попасть куда дано не каждому. Уже сегодня за плечами юных корреспондентов телестудии СВУ десятки выпусков новостей, сотни сюжетов, игровые и документальные фильмы. Однако свое будущее курсанты видят не в журналистике. Хотят продолжать служить родине. Но в ближайших планах – снимать новые фильмы на кинофестиваль «Кадетский взгляд» и принять участие уже в 11-й «Веселой Ларге». Светлана Садовая, Игорь Антонов, Телемикс.